когда мы знакомимся с Чарли, мы знакомимся с его внешним видом, его холодным ароматом. Чтобы почувствовать холодный аромат чая, нужно сначала выдохнуть в чай и согреть его своими руками, а лишь затем вдохнуть аромат. Сосуд у меня в руках называется чахэ или море аромата. Мы его передаем по кругу, кругленькой стороной к следующему области.